выигравший против проигравшего. А у Чешира есть Хёрстон? Нету. Да, будем меняться. Слушайте, мне больше нравится идея поиграть, конечно, в Mount Your Friends чемпионате, но... А как, а там можно втроем? Чемпионатик. Давайте. А насчет, я не знаю, насчет троих. Нет, давайте Mount Your Friends. Я, правда, не тренировался. Она такая просто не напрягающая. Это, ну... Можем тренд 2 пройти. Где тут стрим? На паузе стрим, да? Нет, нет, стрим не на паузе, я не прерываю стрим. Они нас слышат, они нас слышат. Это я вовремя спросил. Так. Чешира нету Хэрстоуна. Не-не-не-не-не. А, вот три игрока можно включить. Все отлично. А я не знаю, как включать игру. Так, хорошо. А кого пригласить? Invite friend. Так. Так, все. Такие люди. Слушайте. Пока скажу, налью себе воды еще немножко. Угу. То есть вас будет слышно, меня, я отключу микрофон, там буду шоркаться. Чешир, чё молчишь? Да нет, просто. Ничего. Я баг нашел в чатике Твича. Почему Чешир пчела? Ну почему Чешир пчела? Чешир, почему ты пчела? Ну ты же пчела. Ну, у тебя ремень мал. Dark Angel, скинь, пожалуйста, вопросики, которые ты там собрал. Если, конечно, ты их собрал. Не знаю, где хелп у команды? Спасибо, спасибо. Что спасибо? Историю про Хаги рассказать? Хм. Ты когда говоришь, ты говори, что, за что спасибо, потому что это будет потом видео и на YouTube. А-а-а. И окей. Я вот, например, вообще не понял. Я в чат ну не ладно. Смотрел. Просто так спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. О, спасибо. Не стоит. Ой, спасибо. О, не надо. О, ой, ну что вы, что? Набор модератора будет в случае, если у нас будут проблемы с модераторами. Пока проблем нету. Айзек будет, скоро подойдет. У тебя кружка или синяя кастрюля с припаянной ручкой от ведра? Мне кажется, кто-то не выключил микрофон, да? Да, есть такое. Это прекрасно. Знаете, вот у меня, например, в детстве был такой горшок синий с ручкой такой железной. Он у всех был не полит. Ну, в принципе, когда ты вырос, можно его использовать под чай. Суп можно варить. Его можно, ну, просто пачку чая высыпал, поставил на плиту, короче. Там это все переварилось. Синекс, твой любимый жанр в играх? Ой, ребят, это однозначно FPS, причем качественный.
хороший. Не такое говно, как, например, Call of Duty Ghost, там, это, да, или что там. Это, скажем так, на скилл, который в основном мне больше нравится. Для меня вообще эталон — это Quake 2 и Quake 3. Дальше по жанрам, если посмотреть. Мне нравятся такие гринд-игры, типа линейки второй. Да. Вот я... К сожалению, игра скатилась в никуда, и таких игр больше нет. Поэтому мне уже больше не нравятся такие другие. Ну, конечно, буду из него пить чай. Что за вопрос? Хак же пьет, в конце концов. Тут... А что надо делать, как делает Хак? Ну, не знаю. Просто удивляются люди, что неужели в игрушке, куда я ходил в туалет, я буду пить чай, конечно. Смотри, как вы познакомились с Хагом? Я сейчас расскажу, это очень интересная история. Ну что, я тут все. Я говорю, Хаг, привет. Он говорит, привет, я Син. Вот мы так и познакомились. По идее, было именно так. Самое главное — не знать, где мы так познакомились. Подожди, я уже не помню, где мы познакомились. Ну, этот клуб, который там, под синей устрицей. А, Глубая Лагуна. А, черт. В том уровне, что кусок. А ты в курсе, что ты микрофон не выключал? Как? Да, но... не выключал микрофон. Жесть. А, так, нет, так что... не выключал. То, что я кормил своего слоника. О, господи, это... это пошло звучит. Я хотел пошутить по-детски, мол, да, у меня в комнате живет слон, и да, я его кормил, он меня запалил. Но тут получилось так, что еще хуже. Так что вообще, с вами лучше рот не открывать. Это... Кстати, мне еще цивилизация нравится, там спрашивали, да, цивилизация. Первая и пятая. А как раз на модераторы вопросы скинули? А я вот попросил, вроде должны прийти. Да, ну хорошо. А что-то мало так вопросов, наверное, уже все. Никому ничего не интересно. Так, давайте. Тогда я сменю игру. Я запускаю игру. Блин, а вы видели, что у контроллера там тоже болтается? Да. Угу. Вот, кстати, раньше такого не было, мне кажется. Хотя, не знаю, может, не заметить. Да, такие вещи не обращаешь внимания. Ну, вроде да. А где здесь можно... А, Customize Team. Да нет, у меня своего канала, господи, что вы пристали? Уже третий раз спрашивают. И как тут Unchange? О! Звуки. Ну. Органические звуки. Очень подозрительно органические звуки. Так, я вам всем еще раз приглашение скинул. Вы уходили от меня, да? Ну. Сейчас. Я нашилась настройку Safe for Work No. А, ну так это. Я даже знаю, за что она отвечает. Нет, так оно. Нет, оно сейчас у тебя стоит на No. Я просто уверен. Если ты вставишь на Safe Work, то оно будет там, господи, они будут в костюмах, и у них эти заколки будут крутиться или что-то такое. Так, ну что? Две минутки. Мы смогли запустить рекламу хотя бы раз. А? Мы смогли запустить рекламу хотя бы раз. А, я не получилось. А, слушай, а скиньте мне ссылочки там, где команды на эту, на Twitch. Мне интересно посмотреть, кто там к нам подписался. Сказать их еще раз потом. А, вот, commercial. Слышишь, напиши просто commercial. А, partner only comment. А, так мы партнеры. А, меня выбросило из системы, класс. Мне нужно вернуться в систему. Хорошо, как раз пиши сам. Ты сейчас будешь и сам все изменять, и сам все записывать, чтобы я просто тебе не сбивал настройки. Вот и все. Давайте, ребят, проверим.
пора верим. Что-нибудь пошло. Сейчас у всех... Купите что-нибудь, нам посмотрим, дали деньги за рекламу. У всех 600 людей AdBlock стоит. Все так... Запускайте рекламу сколько угодно. Это нормально. Так проверим, сработал AdBlock. Ты запустил, да? Ребят, если... Я не знаю, как спросить, есть у них реклама. У меня пошла реклама. У меня пошла. Пошла, да? Да. Ой, у меня тоже. Все, теперь она. Каждые 3 минуты. 3 минуты рекламы, 3 минуты стрима. Все. Жесть. А толку? Да ладно. Мы хотим просто поэкспериментировать. Это пока что стоит это того, не стоит это того. Или оно будет больше раздражать. Не, по идее, каждый час можно запустить рекламу. Я думаю, что час работы можно все-таки после этого посмотреть рекламу. При том, что реклама иногда бывает очень даже интересная. Те, кто говорят, какая реклама, у меня нету, это все подлые адблокеры. Вот так вот. Так. Давайте я тогда настрою игру. Что? Как? Когда ты пройдешь уже Half Minute Hero? Ку-ку-ку. Минет! Тихо, ну я понимаю, что шутками, но я же могу и обидеться. Ку-ку-ку. Куда меня послали? Подожди, Хак, только на полшишечки. Что? Чат читай. Когда ты пройдешь? Я тебе в чат скинул. Там, да. Так это, когда ты пройдешь? Скажу вам честно. Ребята, это... уберите отсюда ссылки. Что за ерунда? Это, при том, зачем голосовать? В чем прикол? Что, за что голосую? Так, ну что ж, хорошо. Давайте чуть-чуть больше звуков из игры. Теперь можно. О-о-о-о. Ну что, все здесь? Все готовы? Да. Давайте начнем. Матч. Матчт. Хорошо. Ждем-с. Чешир первый. Чешир. И он пошел. Мы идем горизонтально, то есть не вертикально. Так, скажите, когда я там буду... Ой, слушайте, мне же надо еще Lord of the Rings закрыть. Так, закрыл. Скажите, когда мне надо будет, потому что я сейчас буду вопросики читать. Окей. 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 Так, ну что, готовы? Да. Вопросы. Так, не видел игрушку Nothing to Hide? Нет. И я не видел. Так, Синкс, ты? Синкс. Ох ты, господи, у тебя какой-то баг. Это не баг, ребят. Что это такое? Это... Фуворк мода? Нет, это я нашел недоработку, когда создавал команду. Это хорошо, что здесь это, то есть разработчики же в шутку могут эту стандартную текстуру висюльки сделать нормальной. Они же такие. Они типа дают возможность PNG-шки свои загружать, а дефолтные PNG-шки вот такие вот. Понятно. Так, Хак, вот почему Синг запрещает тебе мобы, а как же Awesome Now может сыгрануть? Я скажу вам честно. Я не понял вопрос. Я был бы не против моб, то есть то, что Синк меня запрещает или нет, это не страшно, как бы. Как это не страшно? Вот так вот. Извини, это я понимаю, что для тебя это новость. Парни! Half Minute Quest или что это? Half Minute Quest, вот именно. Ай, господи. Я сейчас проиграю, изверги. Это ваш план. Зачем ты это мне напомнил?
В общем, человек пишет, я знаю, что написал со ошибкой. Понятно, это понятно. Но это отправится в записи, и оно уже навсегда записано и будет в группе ВКонтакте. Это как мой тупой вопрос про мои очки, сколько у меня минус. Я не сразу понял, сказал, что у меня минус по колено, чтобы все успокоились. Так что все нормально. Да-да-да. Ребята, что вы делаете? Я запутался. Вопрос про мобу. По идее, можно было бы поиграть. Мне даже вот сейчас интересно поиграть в Strife. Скажу вам честно. Что за паук? Притом очень... Ну и звуки. Самое страшное, что мы не знаем, это из игры или вот из микрофона все льется. Так что это еще опаснее. Так. Ну, что ты там выделываешь такое? Нет слов. Так, что там дальше? Хак, тебе дать ключик от Bionic Deuce? Нет, у меня Bionic Deuce есть. Давайте мне. А ты будешь проходить Scribble Notes Unlimited? Нет. Ты же прошел, не? А, Unlimited? Нет, это я, по-моему, прошел Scribble Notes, а Unlimited это с героями. Там ничего интересного, я попробовал поиграть. Я попробовал поиграть, ерунда полная вообще. Просто я... Кстати, не знаю, как отреагируют люди, но я просто ненавижу Бэтмена. Почему? Я просто не понимаю, что там... Я Бэтмен. Why wanna kill me? Это богатый мужик выходит и избивает рабочих, которые пытаются себе еще там на дачу натырить досок. Вот и все. Ну, мне в принципе не нравится, как сама идея. Какой-то фу. Ладно, а в Cube World будем играть? Это там, где... Как это? Tower Defense? Так он с мультиплеером не дает возможности... Во всяком случае, вначале не давал... А! Законнектируется к другу. Он рандомно все время соперников. А, Cube World. О, господи, я даже эту игру уже забыл. Да-да, то есть там... Да, там мы пробовали. Там ерунда получается. Да. Хак, ждешь Middle Earth Shadow of Mordor? Я не только жду. Я предзаказал как псих полнейший. Сфинкс, твой ход. Вот ты меня пугаешь просто-напросто. Когда выходит это радужное. Может быть, мы твою душу видим. Она же такая мощная, что она... Я не думал, что у меня получится так сделать. Давай, цепляйся. Так. Виктор Базл. 2Z, 2L. Класс. Так. А музыка такая уже. Вот там Властелин колец. Защита Хельмовой Пади. Леван орков идет. Молодец. Управился, по крайней мере. За 10 секунд управился. Следующий вопрос. Так, это уже было, что ты будешь делать, если YouTube закроет, но ты так и не ответил, на самом деле, толком. Посмотрим. Вот какой ответ вам. Мне интересно, мне тоже было интересно. Да. Тише, тише, полегче. Господи, Чишер, на тебя и вправду страшно смотреть, как ты это делаешь. С таким ртом. Загадочно. А будешь ли ты проходить Road Redemption? Redemption, не Пшен, я не знаю, это правильно, нет? Я не знаю, насколько проходить. Там просто проблема в том, что там есть постоянный грайнд, а то есть становишься все сильнее, сильнее, сильнее. И игру невозможно пройти с первого раза без апгрейдов. То есть если можно, конечно же, это для особых психов. Да, так что меня это особо не интересует. Игрушка, может быть, будет и хорошая, если она все-таки получится. Но черт, черт. Застрял, называется.
Так, следующий вопрос в студию. Ты будешь играть в Heroes of the Storm? Heroes of the Storm. Это либо Blizzard, либо Наруто, я не понимаю. А, господи, да-да-да, Blizzard, это моба Blizzardовская. И да, мне да, было да. бы интересно поиграть. То есть она такая, но я ему не дам. Больше, вот именно. Жена Синкс не разрешит мне. А, играл ли ты в Street Legal Racing Red Line? Ребят, вам реально интересно, играл ли он? Синкс? Нет. Синкс здесь. Вот просто, ну, как бы... Ну, нет, я... не играл. Это действительно то, что интересует, играл ли? Да это ты быстро читай, это на такие вопросы. Хана. Как раз это и вправду жестокая вещь, если оставишь на голове, это все хана. Ну что, успеешь? Не успеешь. Не знаю. Вопросы, вопросы, смотри, давай вопросы, смотри, вопросы, вопросы. Давай, давай, следующий вопрос. Вот зараза. Так, я даже вот в чате вижу. Обзор или летсплей по новому Addon Path of Exile будет. Раньше были обзоры. Нет, я думаю, я публике донес, что Path of Exile это классная игрушка, и в нее стоит играть. И... Господи, боже мой, это было и вправду жестоко. И, в общем, да. Еще один. Играйте, что в нее. Хак, ты где работаешь? Нравится тебе она? Кто она? Господи, я не знаю. Кто она? Мой мозг взрывается. Да, нормально. Окей, играл в Infinity Wars 2014. Animated Trading Card Game. Нет. А как вы втроем познакомились? И когда? Ну вот, Голубая Лагуна, да. Мы в интернете познакомились. На сайте. Черт. А, ты собираешься сыграть в Dead Island Epidemic? Нет, и люди, хватит мне посылать. Я понимаю, что эти ключи дали всем, включая меня, но это, я понимаю, что как бы вы... О, да, у меня есть ключ, давайте его пошлем. Ты посмотри, какой он. Я знаю. Как бы... Это кто? Он мошонг. Он один мошонг. Черный властелин. Ну да. Ой, господи, я сейчас проиграю. Засмотрелся на черного властелина. Так, следующий вопрос. Студию. Ой, неплохо. Что самое безбашенное ты делал в своей жизни? Без что? Вот он сейчас очень занят. А безбашенное? О, господи, боже мой. Много чего. Чешир, если похоже. Вот это для него самое безбашенное, что он делал в своей жизни, да? Что ж, насколько все печально. Я реально крут. Так. Нет! Нет! Нет, черт! Проклятые руки! Подожди, тут мы еще с Чеширом остались. Да-да-да, то есть это я вылетел, это еще... Так. Не важно, кто проиграл, важно, кто выиграет. А, я так могу так поделать. Вообще, конечно, вопрос похож на анкету в школе, типа. Ну да, да, да. Что у тебя там любимый цвет какой там? Что ты делал безбашенно, у кого ты любишь там? Ты заполнял анкеты в школе? А не, были нет. же целые тетрадочки там, для друзей. Нарисуй картинку. А, ну, у меня была такая тетрадка. Да, да, вот, вот. Придется признаться. Ё-моё, ты успеешь, ты еще пошлепать успеешь, проклятый. Ты тренируешься ночами. Ну. Пошёл, паук. Правда, Чешир, у тебя такая система, ниппель, абсолютно... Не ошибешься. Так, ну давайте вопросы, давайте. Сейчас я потерялся. А за что ты не любишь JRPG? А японские RPG, типа Final Fantasy. Они меня в свое время не зацепили. Там слишком много текста было. Там вот этот пошаговый бой меня абсолютно никогда не интересовал.
Так что я посмотрел на это, потыкал пальцем, и он меня просто не зацепил. Полегче, слышишь, Чешир? Такой, о господи, он еще полчаса успеет пошлепать. А мы смеялись над его техникой. А теперь сбили бедняжку, сбили бедняжку. Ну давай! Давай, проклятый! Ты 20 секунд здесь на этом горбике. Давай, 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 Какой-то миллиметр жестокий. Вот теперь начинается. Уже отдышка, да-да-да. Тяжело, когда система сбивается, да? Тяжело вернуться. Да? Вот там вообще нифига не понятно из-за этих картинок. Я смотрю только на фиолетовый прямоугольник, который там где-то в середине крутится. Сейчас не то чтобы самое лучшее, но мне там про книгу, которую я недавно прочитал, спрашиваю. Господи, боже мой! Чешир, давай, руби, вали. Называется «Мистер Мерседес» от Стивена Кинга. Самая новая его вещь. О чем ты думал, когда начинал снимать видео по играм? Вот смотри, смотри, Чешир. 20 секунд. Чешир решил не выигрывать, а познакомиться с козлом. То есть, все, это дружба навечно. Все. Так, ладно, идем дальше. Что ты можешь сказать о Project Zomboid? Играл ли ты в нее? Наверное, именно это ты можешь сказать. Играл ли ты в нее? Ну как раз да, я в нее играл. По идее, игрушка стабильная, просто мне интересно, когда разработчик решит, что она... Чёрт! Почти! Если б не козёл вначале. Мне просто интересно, когда разработчик решит, что она всё-таки готова к выходу. Потому что он её уже пилит уже сколько, 10 лет пилит её. Хватит. Так, ну что, давайте тогда вертикально, но вот так вот. С препятствиями. Окей, я играл в Seven Days to Die. Вообще... Это тот, который на Майнкрафт похож, да? С зомбиками. Да. Это вы с Чеширом. Да, мы с Чеширом играли. Я не играл. Мы с одной стороны появляемся или нет? Не знаю. Знаю. Нет, по идее, да. Нет? Нет. Черт. Но по очереди. Но по очереди, так что мы и стой, стой, стой. Будем появляться. Смотри, как он прицепился нежно. Давай сосиску вверх. Так. Так. Вопрос? В студию. Посоветуй пару игр с локальным кооп режимом. Castle Crashers и Mount Your Friends. И Fighting геймпады уже стерли. Rayman. От Ubisoft. Очень классный платформер, и там как раз локальный. Так. Да, 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 давай, давай. Нет, нет. Нет. Давай, давай, сделай мне больно. Ну. О, так круто. Наоборот, удобнее сделал. Рука отлично торчит. Черт, на следующего с этой стороны лезь. Это что такое? Что за шапка, Чешир? Ты настраивал команду? Нет. Дяденька, что вы это с животными балуете? Дальше. Может еще какую игру посоветовать человеку? Нет, локальный кооператив. Нидхог. Шикарный локальный кооператив.
Будь с ним проклята. А, вот над этим товарищем я поработал конкретно. Ну. Есть. А интересно, тут можно? И тут можно, и... Чуть-чуть руками достаю. Так решил так быстро проиграть? Нет. Ой. Все. Хана тому, кто будет следующий лезть. Чешир! Да я залезу. Я не уверен. А вот с этой стороны потом. Просто заблокируй ему там дорогу оттуда, и все. А, хорошо. Как так быстро выздоровел? Это я вам звучу выздоровевшим? Я просто не проснулся, то есть с утра всегда хорошо, легко, то есть там, считайте, ночь не кашляешь? Ну давай, хватит. И горло отдыхает, организм отдыхает. Ну что, сможем полностью ему? Черт. Ну давай, давайте посмотрим на это. Так, а ты в курсе, что я следующий? Как Хак, любишь русские сериалы про ментов, особенно на канале НТВ? Да. Последний раз, когда мне нравился сериал про ментов, это была «Убойная сила». С Дукалис. Вот с этим, с носатым, да. С Казановой. Мужиком носатым. Ну да, так у него, ну, Казанова. У него кликуха была. Да? А, ну я просто не запомнил. Извиняюсь. Ты палишься. Вот это мне тогда нравилось. Сейчас я русское телевидение. Это сложно. Это очень-очень сложно. Чешир, что ты делаешь? Я пытаюсь вам дорогу заградить всем. Я понял. Так. Хак сейчас сольет, смотри. Ну. Я уже где-то это видел. Не надо мне идеи давать. А, слушай, как вы относитесь к серии игр Black and White? Я так не смог в них поиграть. Мне не очень понравилось. Была интересная идея, но... Что-то я играл, по-моему, в эту штуку. Это там корову можно было выращивать злую. Я просто, наверное, был уже избалован интересным видом. Нет, эта игра страдает от того, что ее производил Питер Молинью. А то есть он, как всегда, наобещал всякой абсолютно обалденной лажи, да, и потом так... Ну, с другой стороны, мы можем просто скучную игру сделать. Так. Да. Ну, уже пристраиваешься же. Да. Ну. Как, я тебе отомщу. Отомщу? Отомщу? Ты сейчас он проиграет. Оп, хорошо. Так, что у нас следующее? А почему у меня нормальный чувак? У тебя полные штаны разочарования. Так. А, вот, улица разбитых фонарей. Вот что это было, неубойная сила. Да. Отлично. Да, такое молчание, музыка. Напряженная. Ну. А какой звук издают эти грибы, когда на них наступаешь? Боже мой. Давай. О, господи, боже мой. Давай кружочек сделаем, Black Overlord. Господи, какой он грустный. Он не в настроении. Ну, черт. Мы его козла заняли. Так, дальше. Каково отношение к российскому кинематографу? Мы к нему отношения не имеем. Вот именно. Никакого. Никакого. Почему у тебя нету маленькой дочки, которая умиляла нас на стриме? Когда дочка умиляла на стриме? Это вам, товарищи, приглючилось. Было такое. Не, почему у тебя нету маленькой дочки, спрашиваю?
А, почему? Ну, как бы, не получилось. И только посмотреть на статистику моей семьи, то там, скорее всего, будут два мальчика. Тупо, как всегда. Сразу же. Не, ну может девочки, но потом, когда решат. Ну да, это как бы. Вырастут сами решат. Новые времена. Господи боже мой, как это было страшно. Так, а зачем вам. Подождите, что значит, зачем вам девочка, которая умиляет дочка, да, которая умиляет на стрим? Что это за фишка такая? Не знаю, зарабатывать на это, знаете, как на кошках люди зарабатывают деньги там. Выставляют, как и кошки в коробку садят. Твою налево! Я вот представляю, да, вот как это может быть, да? Как это может умилять? Как будет умилять ровно 10 секунд. После чего всем надоест. Ладно, идем дальше. Как насчет конкурса на смайлики для Твича? Кстати. Не, я смайлики для Твича сделаю сам, или что-нибудь веселое. Ты мне скажи, а вообще, что значит смайлики для Твича? Это вот специальные смайлики, которые будут только подписчикам. Так. А мне будут? Обойдешься. Самый жестокий какой-нибудь. Эта игра называется Mount Your Friends. Заберись на своих друзей. Так. Почему-то мне кажется, что это рыба, которая полностью взяла в рот твою голову. Это самое неприличное, что здесь есть в игре. И все остальное это так еще, детские игры. Ох ты, господи, это боже мой. Смотри, я сейчас опять на козла не взберется. Так, вопросы-то кончились. Слушайте, я вот, кстати, хотел бы провести конкурс. У меня есть две копии игры Full Module Rampage. Могу кому-нибудь заиграть? У меня тут тоже куча валяется игр, но так как я знаю, какого они качества, мне просто стыдно их давать на конкурс. А вот мне не стыдно, я не, Full Module Rampage приличная, да. Ну, например, там, Raid Saber или что-то такое, там, Zombie Rise, бла-бла-бла. Это шушера валяется. И самое страшное, что ее даже из инвентаря удалить невозможно. Угу. Так. Может, там еще вопросов накопилось? Ну, 4, 3, 2. Ну ты рисковый парень. А закинь, не то нажал и упал. Черт! Черт! Немножко зацепился. Нет. Так. Дайте на Хага посмотреть. Ну-ка, где он там? Ой, я его вижу. Подожди, ты себе зубы отбелил? Да, я себе зубы выбил. Вставил белые картонки, это на камере нормально, на низком качестве. Обманывает зрение. Ха-ха! Как, я понял, что опозорился перед всеми, но прошу, исполни мою мечту, сыграй в мову. Ничтожь над собой власть Синкса. Синкса! А не получится. Синкса, ты знаешь, что ты уже 15 секунд как потерял? Да? 20. Хитрый ход, да? Я вас ненавижу. Не, серьезно, это как-то по-спортивному. Ну ладно. На самом деле я переключился посмотреть на Хага, но что-то я пропустил тоже. Раз вы только так умеете, то... Ну да, я как сирена соблазнил Синкса, отвлек его. Притом это сирена, которая... Уи-ху-уи-ху. Синкс на такое соблазняется. Распластайся так, чтобы потом не залез, короче. Он с этой стороны полезет. Чёрт, и вправду. Нет! 9, 8, 7, 6, 5, 4. Чёрт, ты успеешь. 3, 2,
Я хотя бы один раз. Ладно, ладно, так и быть. Как раз Чешир. Посмотрим, что там дальше у нас есть. Но Хаку я это не прощу. Так, так, так. Ребят, давайте вот про... Будет ли он играть, будет ли он стримить? Может быть, это как-то во ВКонтакте поспрашивайте, а там уже так... да, нет, уже мы ответим. Заходите в группу ВКонтакте, заходите в группу в Стиме. Там, в принципе, ну, лучше ВКонтакте, потому что Стим там как-то так через раз. Полтора. Да, полтора. 8. Я выиграю. Не дождешься. Ты там жив? Yes. Это был мой злодейский план. Мои... Ой, мои... пригласи меня еще раз. Бессонные ночи. Сейчас хорошо. Октоберфест. Кстати, да, я же вчера Октоберфест отмечал-то. Ё-моё. Я выиграл сумку и бокал. Литровый такой? Нет, пол-литрушки. Ты не октоберфестовский бокал. Да, было... но я же не сказал, что я октоберфестовский бокал. Не, на самом деле на нем написано Октоберфест. Я выпил из литрового. Мамой выпил... клянусь. Мамой клянусь, октоберфестовский бокал. Так, Чешир, я тебя пригласил. Могу фоточку тебе потом прислать. А кстати, я там обещал на 200 тысячах выложить фоточку, там интересно, да? О господи, боже мой. Какой из них? Хага. Сзади или спереди? А все зависит от того, как быстро мы сделаем 200 тысяч. Как я себя буду вести, да? И это тоже. Я так и понял. Не, по идее, самые страшные фотки не у тебя. У Ланта самые страшные фотки мои. Слушай, это ж несложно-то. Я очень надеюсь, что это, знаешь, то есть такое время проходит, когда меняются телефоны, а фотки с телефонов не убираются. И потом выбрасывается телефон, и вот то, что тогда было заснято, навсегда уходит из мира. Поверь, это... оно у меня теперь это синхронизируется с Инетом и Уанта тоже, скорее всего. Я думаю, что надо взять просто к нему заехать. Попросить. Попросить, да. Так. Ребят, кто хочет фотку голого Хага за деньги? Кто? У нас еще, у меня, кстати, еще с поездочки остались фоточки. О, господи, боже мой. Да-да, да-да. Это в Таиланд не... поездочка. О, господи. А почему Чешира не слышно? Я не знаю. Почему меня не слышно? Я был напряжен. Мы заметили. Такую фигуру сделал. Жестокую. Я знаю, к чему это все идет. Я просто знаю. Мы построим башню ровно в 10 сантиметров, но все друг друга будут... Да, вот так вот будет все. Жестоко. Все. Натяжение. Ну что, как бы, мне нельзя теперь прерывать цепочку извращений. Надо. Да, надо с козлом. Надо умываться. По утрам и вечерам. Они чистым и фашистам, стыд и срам. Извини, гравитация в игре станет веселее. КХ, когда ты добавишь описание для канала на Twitch? А что вы хотите там увидеть? Ну? Не, по идее надо. То есть это, по идее, такая маленькая рекламка для канала на Ютубе. Но, как бы, лень, матушка. Её. Нажми S. А, у тебя же там это. Да. У меня... Так, тихо, сейчас я стабилизируюсь, хорошо? Теперь.
Ай, какая жесть. Товарищ, у вас колено не в ту сторону. Вот, хорошо. Я прицелился в тебя, по крайней мере. То есть не слишком близко прицелился, но в тебя прицелился. Ну давай. Кстати, тяжело, то есть, когда держишься рукой за что-то, кажется, что можно натянуться вроде бы немножко, а нет. Нет. А я рукой защищаюсь. С другой стороны, чувак, подойди. Там рот открыт. Это плохо. Кишира тоже. О, господи, мои руки. Мои руки. Потерянное такое лицо. Отличная поза. Нам не нужен бородач. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так. Хагу лень причесываться. Нет, он просто спалил себе волосы. Почему у тебя бородач в лифаке? Так, ну... Кишир, прекрати, что затохнёшься. Вот так вот. Полное натяжение. Итак. На. Не убежишь теперь. И всё, натянулся. Тут тебе не показалось, что Isaac Rebirth пиксельная графика намного хуже флешевой. Ребята, там не флешевая, там векторная графика. Все, точка. А, ну, в смысле, не флешевая, а векторная, да. Но не флешевая. Это просто оно и то, и другое приезд. Я просто знаю, что многие люди забыли, как их уже плющило тогда, когда уфу, какашки, моча, кровь повсюду. Фу, как это страшно. Сейчас об этом не думаешь. Господи, там через пару игр уже не будешь думать, что это пиксельная графика и немножко другой интерфейс. Самое главное, чтобы геймплей был правильный. Как, с каких пор ты носишь очки? Или только ты перед компом? С тех пор, как ему брызнули соляной кислотой в глаза, он начал носить. Да, я из Бэтмена, я Two-Face. Но... Что-то не удалось, да, там? Да. Не, господи, Кишир. Перед компьютером. Да. Клади быстрее. Ты да. Себе льстишь, у тебя не такой размер. Там бородач, ты не понял. Сейчас посмотрим. Ну так смотри, как рука хорошо стоит. То есть ноги на руку и пошел, растянулся. Это одно удовольствие поставить фигуру. Хак, сшил ли я шапку из своей бороды? Такую разноцветную? Только помпон. Так. Ну, то господи. Моя рука. Я всем взрослым расскажу. О, господи, боже мой. Как? Одёй, да вы тут делаете. Знаешь, там достал такую программу, где Чешир будет чисто смеяться. Мешочек смеха от Чешира. Ты знаешь, со здоровье нации. 10 часов смеха? Да-да-да, можно как мерчендайзинг продавать. Так, чёрт. Товарищ защитился. Хитрый.
да. Что у тебя за ветряная мельница? Фу, отойди от меня. Куда ты лезешь? Чёрт. Негры не умеют. Ну, дебильный герой был. Такие, да, с такими зубами. Чешир, продержишься, не смеясь, 20 секунд. Прям когда появится хак. Да, челлендж аксепт. Челлендж аксепт. Я правда не знаю, это есть люди, которых я сделал, вот эти вот с ушами, это те, которых я сделал. А все остальное, как бы, оно более или менее рандом. Давай, 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 у тебя отличный шанс. То есть тут можно пристыковаться очень красиво. Да, и С тени. Да, да, да. Что ты как скромница, коленки внутри. Ну, жми, 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 подлец, жми. О, да. Парень. Я вышел на охоту. Фейс-офф. Вышел на охоту обратно. Так, хорошо. О, там еще пак вопросов на почте. Так что, люди, можно идти смотреть. Это было любопытно. Чеши! 20 секунд пошли. 20 секунд пошли. Уу! Уу! У меня осталось еще 10 секунд. Хорошо, хорошо. Справился. Зато Синкса я сломал. Так. Так. Оп, 20 секунд прошли. Жестокий ты человек. Что за смехотерапия, блин? Хорошо. Иди сюда! Ой, бля. Мне нельзя громко смеяться, я посмеялся. Разбужу всех. О, люди, отличный вопрос, шикарный вопрос. Ты читаешь на почте, да? Да, кто хотел бы какие суперспособности? Я хочу смеяться, как Чешир. Суперспособность? Ладно, надо подумать. Чешир, ты первый. Я сейчас немножко занят. Я вижу, чем ты занят. Отвечай на вопрос, проклятый. Шлёп. Ты такой, шлёп. Не, ну, я знаю способность. Суперспособность. Да, я бы хотел по своему желанию делать человека бессмертным. А вот брат. Так, не, подожди, ты можешь, то есть ты кого-то сделал бессмертным, а потом так, чёрт, какой надоедливый, потом его убил снова, так? Да, могу, конечно. Ага, то есть. Могу, конечно. Могу, конечно. Так. Мне, господи, полёта бы хватило, это уже прикольно. Да. Я не знаю, какие-то такие дикие желания. Я просто знаю, что если я буду бессмертным, у меня будут и деньги, и я смогу летать, как захочу.
Молодец, как хорошо ты расставился. Руки опусти. Руки опусти. Проклятый. Черт, я пока играю в эту игру, не хочу ничего загадывать. Так тут такие мысли идут. Философские. Так, что там дальше? Твою налево! Бостонская проститутка, вставай! С телефоном. Слушайте, после того, как вопросы скинули, тут народ очень подписывается даже. Это те, кто отписались. Когда выйдет... Как, ты вообще отвечал на вопросы? Не на все. Про мультиплеер не голодайки? Нет, мы не будем у него играть. Из принципа. Что такое не голодайка? Don't starve. Ты на каком вопросе сейчас? Я снизу отвечаю обычно. Да, легче. Да. Почему-то. Так. Ладно, давай дальше. Читай. Так, хорошо. Был ли ты в прошлой жизни байкером? Нет, не был. Так, как ты в будущем продолжать КСП? Посмотрим. Кстати, робот не удался у тебя тогда. А, ну... Он был ужасен. Он был неприличен, да? Да но, нет, но он летел. Он летел немножко. Тебе надо было сделать постер. Как что раз происходит? Вот The Witcher Adventure Game. На это нужно будет посмотреть. Может быть, на следующий стрим поиграть вместе, потому что это только мультиплеер. И можно было поиграть. Потому что это вроде онлайн-настольной игры. Так, что у нас еще? У Кинга... У Стивена Кинга, кстати, сегодня день рождения. Какие его книги нравятся больше всего? Первый вопрос. Кто умеет читать? Второй вопрос. Кто читал Стивена Кинга хотя бы что-нибудь? Чешир? Ау? Чешир. Ау? Да, говорю, да. Да, что да? Да, я умею читать, что? Следующий вопрос. Стивена Кинга читал что-нибудь? Да, что-то читал. Что? Я не помню. Молодец. Сценарий. В очередь. Что вы от меня хотите? Это не его там случайно мгла? Да, туман. Блин, вот я к нему отношусь... Это фильм с самым классным концом. Я ему не прощу этого. Ни за что. То есть это там концовка такая, что да. Я вообще считаю, что человек реально с отклонениями. Но иногда интересными отклонениями от нормы. То есть такое придумать, это надо, да, это надо ненавидеть людей. Ну, почему? Мизантроп, скорее всего. Ну, как почему? Нет, это, по идее, все, что он описывает, можно найти в книжках психологии. То есть это нормально. Просто а то, что как ты думаешь, психологи нормальные люди? Нет, не все. По статистике психологи, по-моему, психологи, менты — это люди, у которых больше всего самоубийств. Так что... Ну так я же тебе и говорю, а психологи — это, в принципе, все остальные. Ну... Менты и психологи. Так вот, я считаю, что человек реально... Балда получилась вот наверху. Разноцветная, да? Я постарался. Ой, ё-моё! А! О, давай так сделай! Как куча мала. Я вспоминаю South Park, типа, которые там люди из будущего приходили и как эти, а давайте лупиться. Да-да-да. Вам не кажется, что это как-то по-гейски? Да, давайте лупиться. Ну, давайте. Простите, зрители, неокрепшая психика зрителей. Может быть, готовы. Не подготовлены к South Park. Все, кто нас все еще смотрят, они уже, после того, что мы наговорили во время... Властелина колец, там уже хватило всего. Так. Спасибо, Ну Кингу. Как, ты предзаказал гаунтлет? Я вам больше скажу, он не только себе предзаказал гаунтлет. Будем на следующем стриме играть. Да? Да. А зачем Окей. Я по-твоему предзаказал его? Мы пройдем Властелин колец. Так.
Вряд ли. Но если честно, мне она как-то не понравилась. Так. Ну, есть. Я вообще не привередливый. Это не улыбка, это не улыбка, это этот марлевая повязка. Значит, правда, зачем? Он насмотрелся того, что было в самом начале. Я просто знаю, куда я лезу. Не дышите на меня, противное. Так, что у нас там еще есть? Сколько раз отжимаешься? Как упаду? Да. А ты кому вопрос? В общем. Я могу упасть на пол. Все остальное это против бога и гравитации. Если гравитация хочет, чтобы я упал на пол, то значит, это не натурально, это против природы подниматься с него. Как? Убавь звук игры, говорят. О. Чуть-чуть. Очень хорошо. Вовремя. Очень вовремя. Черт, я застрял под козлом. Так, как? Будешь играть в Heroes Online? Кстати, надо будет попробовать. А что это такое? Я фанат третьих героев. А, герои онлайн будут? Первых, вторых, нет, вообще вторые самые шикарные. Но я в первый играл много очень, еще когда они вышли только. Как говоришь, как бусечка. А потом... Про бороду не буду. Не буду. Зачем тебе кастрюля чая? Чтобы ее в себе влить. В голову. А суп ты пьешь? Суп я пью. Но только маленькими кружечками для эспрессо. А Синкс и Чешир живут в твоем городе? У тебя есть твой город? Мой город, собственно. О, приглашаю. Я создал парня. Не-не-не-не-не. То есть это... Помните, как я всегда говорил? Я уйду от вас, сделаю свое с этим, с Блэк Джеком и шлюхами. Я сделал. Да, и никого не буду приглашать. Самый интересный, мне кажется, вопрос. А что делать, если ты хочешь в Хэрстон рубашку пирата или перита? У тебя 20 рейтинг с нуля звездами и не умеешь играть. Что делать? Ничего, подождать, пока месяц закончится. Вам ее дадут бесплатно. Да, просто не играть, все. Нет, нужно, по идее, поиграть до 20-го. То есть, если вы поиграли в этот месяц, вышли онлайн и поиграли на 20-м, вам дадут эту бедную рубашку. О, господи, это... Жестокий человек. Так. На тебя страшно смотреть. Я теперь понял, почему у козла глаза закрыты. Да-да-да. Рога торчат. Очень нервная работа. Особенно, когда такое чмо... Разрисованная приходит. Неоновая. Так, что ты там даришь? Люби утконосов, как приказ, просто. Все, по идее. О, господи, это я, черт, у меня два экрана, я... Черт. Смотри, Песняров такой чувак. Мулявин такой. Ну не из этого столетия, не из этого, да. С конюшином, косил я, с конюшином. Пурюм-пурю-пурю-пу. Тарам-там, трам-там-тарам. Там трэдом. Но. Что ты шлёпаешь моего? Такой дружок. Это уже из принципа. Из принципа я смог это сделать. Сделай ты свой институт на урок истории. Олимпийский. Это же я. Да? Иди теперь. Чёрт. Ой, какой ужас. Так, хорошо. Как раз, люди, мы этот матч доигрываем, и тогда у нас пауза. Тогда придется придумать, во что еще играть. Да, только ты выключишь микрофон, мне надо тут вам кое-что сказать. Ай, ну, нет, ну, стрим бы... А, стрим не хочет включать. Да, вот. Проблема. Так.
А давайте я посмотрю. Господи, как плохо, когда 800 игр. Или сколько у меня? 877. Это всегда тяжело найти что-то. Я скажу больше, когда 300 не легче. У меня уже столько категорий, что я даже в категориях путаюсь. Так. Текс. Вот. Давайте рубаните друг друга, рубаните. О, или знаете что, мы можем же втроем в этого, в Full Mojo поиграть. Да, можем. О, я бы сразу. Все, хорошо, решили тогда. Текс. Ой, ой. Я уже все, я уже запутался, что надо делать. Сюда. Я устал. Я устал, я ухожу. Россияне, пускай Путин за меня делает это, да. Так. О, господи, какая огромная дура. Дуру здесь огромную построили. Дуру. Посмотри, какое лицо у кролика. Очень-очень довольна. Фух, так, дальше, что у нас там? Син, кстати, есть борода? Иногда. Как ты относишься к аниме, Хак? Нормально. Это как музыка, знаете, то есть невозможно сказать, что я ненавижу это. Я просто некоторые вещи можно слушать, можно смотреть. Ты аниме слушаешь? Да, притом японском, на японском просто, тупо на японском. Чешир, я думаю, ты себе тут гнездышко решил спить, или что это такое там было? Не знаю. Нет. Нажимай. Так, ах ты волшебник. О да, отец. Оу, я. Как этот, в South Park, повар. Hello, children. Hello, chef. Yes. Нет. Не. Смотри, какая жесть. Отлично. Так, мы сейчас на паузе. Господи, ты боже мой. Жесть. Урок истории по Древней Греции. Олимпийские игры. Так, именно оно так и было. Сингс, напиши мне в чат, если тебе что-то нужно. Я тогда сейчас посморкаюсь, вырублю микрофон. Угу. Включу немножко музыки, и тогда мы будем играть в Full Mojo Rampage. Да, я отойду минут на 10. Да, я тоже сейчас отойду. Long ago in days of yore, it all began with a god named Thor. There were Vikings and boats and some plans for a furniture store. Not a bodega, it's not a mall. This hill thing for apartments smaller than mine, as if there were apartments smaller than mine. IKEA, just some oak and some pine and a handful of Norsemen. Selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home. But if you don't have a home, you can buy one there. Rent a car or take the bus. Lay your cash down and put your trust in the land where the furniture folds to a much smaller size. Billy the bookcase says hello. So does the table, his name is Ingo. And the chair is a ladder-backed perch, but his friends call him